Петербург. Взгляд иностранца. Проект с таким названием стартовал в Академической капелле. Его открыла выставка работ аргентинца Диего Бланко. Представлены две серии фотографий. Город, воспетый поэтами, своеобразное признание в любви к северной столице, и Петербург, зеркальное отражение, виды города с воды. В дальнейшем фотографии Бланко будут показаны в Аргентине и Испании.